Так, печечка у меня уютно работает, а я, значит, смотри, у меня в инвентаре что? Смотри, сколько рельсов. А будем складывать их всех в сундук. Вот у меня рельсы. Вот у меня рельсы сюда же. Здесь 58 рельсов. Соответственно, давай-ка мы их... Вот 64 сделали, прекрасно. Рельсы с датчиком. Две штуки. Так, ну в общем получается вот это у меня сколько рельсов добыто. То бишь не так-то и много. Так, вот эта нитка всякую. Так, золотые слитки. Я еще добыл сюда их. Семена свеклы. А, семена, подожди, семена. Семена у нас все вот в этом сундуке. Блин, иди сюда. Семена арбуза, семена пшеницы, семена свеклы. Зачем они, интересно, нужны? Ну ладно. Нитка. Семена арбуза, по-моему, сюда. Да, шикарно. Хлеб сюда. Золотое яблоко сюда. Так, палки. Ну все, в целом я, да, переместил. Теперь посмотрим, что здесь можно переместить. Здесь что? Ну, в принципе, ладно. Вагонетки. Что-то у меня тут дофига. Так, смотрим, что у нас тут готово. Да. 6 слитков готовы. Давай тогда еще. Раз, два, три, четыре. А что тут? А, ну сейчас это бревно сгорит. А, видишь, все-таки хватает его, получается, на 2 слитка, да? Да, на 2 слитка одного бревна хватает. Так, 8 слитков у меня. 8 слитков, надо 12. Минимум. Так, давай. Добываем. Надо минимум 12. Так, сделаем, получается, топор, чтобы эти бревен накопать. Потому что, видишь, бревна тоже нужны. Так, 4. И руды еще подложим. Ну и ждем. Пока что. Пока я тебе покажу сейчас кое-что очень классное. Теперь у меня уже все есть, чтобы приготовить этот самый. Электрический рельс. Так, это золотой слиток. А это у нас что по бокам? Я уже забыл. Я уже забыл, что это. По-моему, это железные эти. Железные слитки, мне кажется. Я так думаю. Так, ну что, печка-то у меня еще не закончила работу. А, закончила работу. Ну вот, отлично.